Приветствую вас, друзья и подписчики. Сегодня у нас на приеме Сергей. Очень много интересовались его судьбой. То есть изначально он был с корешковым синдромом. Сергей. С Кирского района? Да. Что приключилось у вас? Спина плеснула. Вы помните, у парня сильно была перекошена спина. То есть и вот сейчас на третий прием, да, пришел? Да. Как ты себя чувствуешь, Сергей? Так хорошо, но нет, все равно побаливает. Последний, да, немножко? Да. Давно уже, наверное, последний раз, я когда, по-моему, осень, да, да, был осень. Вот два раза, сейчас получается третий раз. Да. Спиной повернись, посмотрим, как увеличится со спины. Видно все, да? Практически ровно. Если вспомнить, был, то есть сильно был перекошен. Сколько лет? 26. 26 лет. Корешковый синдром согнул. До этого ровный был, прям все нормально было. Ну да. И прям вот так себя согнул буквально за месяц. Да. Оригинально. Вот. По фотографиям посмотрим, сравним, как это все было. Ну, динамика явно положительная. Там многие задают вопрос, как и что. Вот он, пожалуйста. Ложись. Посмотрим сейчас аккуратнее. Работаешь так же? Да. По-моему, если вспомнить, на самом первом приеме сильно была разница в длине ног. Левая нога короче, почти 3 сантиметра, наверное. Вот, видите, короткая. Насколько потом на второй прием период, так когда приехал, было чуть-чуть утянуло обратно. Сейчас видно, ноги ровные. Икры у нас мягкие. Болезненные, помню, да, были процедуры первые? Да. Поясница ровненько. Здесь немножко влево. Нижний грудной мышц. Здесь больно чуть-чуть? Или... Здесь тоже, да? Давай сегодня безинструментально поработаем руками. Вот. Поезд. Ну, у нас поезд. Здесь фон на отводе. Третий раз уж. Жестко все равно позвонки, конечно, у тебя. Простреливает. Я вспоминал, думаю, вот был парень, два приема на втором, помню, уже получше, но думаю, по-любому же третий раз тебе надо. Точно. Результат хороший. Самое главное, это вот не поднимать тяжелый первый день. Это 3 недели, вот, от 3 недель, 3 недели, даже месяц, нужно прям покой для спины. И тогда все будет замечательно. Мало того, не поднимать тяжелый, но и стараться, чтобы не простужать спину. Наверное, зимой это поменьше работает. В принципе, вселенная всегда работала, да? Ну да.
расслабляй, не напрягайся. Помоги, давай, вот так. Дыши. Я, честно говоря, даже не узнал. Первый, особенно раз такой сильный перекос заходил. Ну, то есть, сейчас, слава богу, как выпрямился. Перед первым приемом 2 месяца лежал. Вообще ходить не мог, да, практически? Да. Вот у нас парень тоже видел на этот ролик. Валерий, у которого нога отказала. Вообще 8 лет дала ему учиться. Уже куда только не обращался. Сейчас динамика отлично, положительно идет. Управляется. На дорожке он ходит уже активно. Подписчики помогают немножко, вот собирают тоже денежку. Тоже как парализовало, все, никому не нужен стал, ну, да, кроме родителей. Сейчас заболеешь, кому нужен будешь. Поэтому надо следить за собой. Без мамы не тягать эту тяжесть. Ой, как попало. Расстояние живут хорошие пулемет между позвонками. Вот только убились, есть зажатые и повернутые. Ну как было первый раз, просто не позвоночник, а одна костяная палка. Так вот здесь чуть-чуть надо направо. Так что, друзья, если есть такой вот корешковый синдром, то есть скрутил у вас вот так вот на бок, не затягивайте, потому что чем дольше по времени оттягивать правку, тем будет сложнее восстановиться. Сейчас тогда подушечку уберем. Да, сейчас.
Сейчас встанешь на колени, на локти попрешься, спину вниз поднешь. Давай на коленки вставай, на локти, спину вниз. Потихоньку, не бойся. Попрями немножко, вот так, вот так. Спину вниз прогибай. Вот. Не бойся. Сильно не будет. Давай, еще прогибай. Насколько лучше прогибай. Все, ложись. Смотри, ушла здесь боль? Да. Вот, отлично. По этой стороне? Тоже. Тут, наверное, чуть-чуть вот есть, да? Да нет. Нет? Боль. Нормально? Да. На спину еще лег. Голова расслаблена, согнута. Не бойся. Как? Отлично. Замечательно. Что с Сережей? Спасибо. Можно терпеть? Дай Бог здоровья. Давай, береги себя. Спасибо. До пола дотянешься? Наклонишься? Руками дотянешься? Ну, практически, да? Да, практически. Бедра тебя можно дать немножко. Мышцы короткие. Спасибо. Друзья, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.